Волго-театральный – единственный фестиваль в Приволжском федеральном округе, объединяющий профессиональные театры. Его история началась в 2013 году. Фестиваль появился по инициативе самих артистов при поддержке Дмитрия Азарова, в то время главы города. После премьеры фестиваль стали проводить раз в два года, и уже на протяжении 10 лет лучшие театры городов Поволжья соревнуются в мастерстве за почетные призы и признание зрителей. В разное время участие в масштабном событии принимали муниципальные театры Тольятти, Новокуйбышевска, Ульяновска, Уфы и театры национальных республик Приволжского федерального округа. Всего 32 участника из 21 города. 56 спектаклей за 5 лет посетили более 28 тысяч зрителей. Фестивалей на территории нашего города и региона проходит достаточно много, но особо ценен именно этот, потому что он объединил, еще раз повторю, города, расположенные на Волге, Ассоциация городов Поволжья, беспрецедентная помощь администрации города и губернатора Самарской области. Это все результат для нас с вами, для зрителей. За эти 10 лет гостеприимная самарская земля приняла уже 5 фестивалей, и каждый из них подчеркивал, что вот появилось еще одно связующее звено, которое объединило наши города. Яркие эмоции и бесценный опыт организаторы и участники фестиваля решили увековечить на страницах одноименной книги «Волга театральная». Ее торжественно презентовали в Самаре, городе, который неразрывно связан с театром и для которого этот вид искусства имеет особое значение. Как отметил автор издания Александр Игнашов, ни одна страница не оставит читателя равнодушным. В создании книги участие принимали именитые актеры. Среди них единственный в регионе лауреат национальной премии «Золотая маска», актер театра драмы, заслуженный артист России Владимир Галь. Это десятилетняя история нашего театрального проекта, которым мы бесспорно гордимся. Естественно, эта книжка попала и в Москву, и рассылалась всем городам-участникам за вот такой длительный срок. И все в восторге от Самары. Самара находит варианты делать людям красиво и оставлять такую память о своих проектах. Телеканал «Самаргиз» на протяжении 10 фестивальных лет остается информационным партнером «Волги театральной». Специальные программы и дневники фестиваля наряду с эмоциями и воспоминаниями на страницах книги надолго останутся в памяти зрителей. Привет всем любителям, ценителям и поклонникам театра. Вы смотрите дневник фестиваля «Волга театральная». С вами Марьяна Мирная. Итак, день первый, открытие. Следующий фестиваль «Волга театральная» пройдет в Самаре в 2023 году. Подробности организаторы не раскрывают, но обещают сохранить масштабность. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.